При анализе результатов МСКТ использовано построение в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких на уровне сканирования очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Надпочечники не увеличены, обычные структуры. Правая не увеличена, паренхима однородна, чашно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты в нижней группе чашечек, микролит до 3 мм, плотностью до плюс 105 по Хаунсфилду. Сосудистая ножка почки, паранефральная клетчатка структурны. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Левая не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система расширена, чашечки до 13 мм. Лоханка до 56 на 36 на 16 мм. Рентгеноконтрастные конкременты в верхней группе чашечек, конкремент 3 на 2 мм, в нижней группе чашечек, конкремент 7 на 4 мм и 3 на 2 мм. Плотностью до плюс 1200 по Хаунсфилду. Сосудистая ножка почки, паранефральная клетчатка структурная. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Верхняя треть мочеточника до 7 мм, на уровне L4 конкремент размером 7 на 4 мм, плотностью до плюс 750 по Хаунсфилду. При введении контраста ее по меру 370-20 мл. Правая почка накапливает и выделяет контраст своевременно, без особенностей. Правый мочеточник визуализируется на всем протяжении. Левая почка накапливает и выделяет контраст несколько меньше правой почки. Левый мочеточник визуализируется на всем протяжении. Ниже конкремента контраст практически не определяется. Мочевой пузырь заполняется контрастом своевременно, без особенностей. Патологические включения образования не выявлены. Абдоминальные забрюшинно-лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость брюшной полости не выявлена. В зоне сканирования свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Поясничный отдел позвоночника. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения. Явление субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков. Снижение высоты межпозвоночных дисков в каудальном направлении. Тенденция к формированию клювовидных разрастаний. Заключение. КТ-картина МКБ двустороннего нефролитилиаза левостороннего уретронефрогидроза. Конкремента левого мочеточника на уровне L4. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. Рекомендована срочная консультация уролога, госпитализация.